В зале врачи, учителя, ветераны, представители территориального общественного самоуправления, гражданские активисты. За 5 лет в регионе появилось 18 тысяч рабочих мест, только в прошлом году 7 тысяч. Объем оказанных курортных услуг вырос более чем в 2,5 раза. Свой вклад внесло и муниципальное образование город-курорт Анапа. В рамках поставленных задач по импортозамещению валовый сбор зерновых и зерновых культур в прошлом году в сравнении с 2013 годом возрос на 26%. Почти на 2% возросло производство овощей. Почти в 1,5 раза увеличился сбор плодов и винограда. Имеются позитивные результаты в увеличении производства мяса, молока и яиц. Надо и дальше наращивать темпы производства во всех отраслях экономики, увеличивать объемы собственных доходов бюджета района. Резервы для этого у нас есть, и повода для самоуспокоения быть не должно. По словам Сергея Яндовицкого, многое из того, что реализуется сегодня, было задумано партией «Единая Россия» или при ее участии. Более трети населения края заняты в малом и среднем бизнесе. В их активе производство половины мяса, 2/3 овощей. Только в минувшем году 32 хозяйства получили из бюджета дотации на общую сумму порядка 65 миллионов рублей. Николай Лазарев начал с 8 гектар земли, сейчас в аренде 1200. В 2015 году с помощью государственных дотаций и фермер открыл молочное производство. Инвесторами стали здравницы. У меня нет проблем со сбытом молока, продукции. А здравницы гарантируют своим отдыхающим всегда свежую натуральную молочную продукцию местного производства. Более 70% бюджета сегодня – это расходы на социальную сферу. В Анапе за 5 лет создано более 1800 мест в детских садах. Их строительство продолжается. Открылись офисы врачей общей практики в хуторе «Рассвет» и 12-м микрорайоне Анапы. Сергей Яндовицкий рассказал, что уже в 2018 году начнут строить офисы земских врачей в хуторах Усатого Балка и Чекон. О развитии медицины спросили из зала. Поступил вопрос о состоянии пляжа на высоком берегу. Его необходимо облагородить. Это наши деньги с вами. Поэтому вот этот вот момент, это большой, конечно, объект, но я знаю, что у нас в Закубани большие объекты могут усилия законодателей наших объединиться в единое целое и сделать большой вот этот проект. Понятно, что большие вложения, и мы уже в течение 2 лет, действующая администрация, работает над тем, чтобы подвести под это все законодательную базу. Подвижки вперед есть, это отдельная тема для разговора, так что вопрос ваш еще раз мы услышали и будем продолжать работать. Несколько вопросов Сергей Яндовицкий взял с собой, чтобы изучить более детально. Работа с обращениями во фракции налажена. Этой осенью жителям региона предстоит избрать 70 парламентариев. Повсеместно прошли праймерис. Окончательные списки кандидатов утвердят 14 июля на региональной конференции.